Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas Definitive Edition. И сегодня мы поедем в такой замечательный город под названием Las Venturas. По приглашению в Узиму, который открыл там казино 4 дракона. Не так давно он названил нам, приглашал нас туда. Но я решил сначала пройти все задания здесь, в пустыне, а уже потом ехать туда. И вот пришло время съездить туда, но перед этим я, честно говоря, хочу съездить на этот островок, на котором вообще ничего... который вообще никак не связан с сюжетом. Я уверен, что есть даже игроки, которые ни разу там не бывали. Кстати, я из аэродрома за фургоном за этим съездил, пригнал его туда в гараж. Вот на нем поедем. А, починился. Я просто, когда его пригонял, бампер немножко помял один раз. Но сейчас он починился. Видимо, после сохранения он восстанавливается сам. Ой-ой-ой, потянуло так, как ё-моё. О, блин, пипец. Не очень-то тут удобно ехать. А, ладно, повреждения несерьезные. Вот реально, вот интересно, что на этом островке. Я, по-моему, один раз там был на телефоне, на мобильнике только. Сейчас хочу в Ремастере туда съездить, а в Ремастере туда вообще не заезжал. Давайте съездим вместе, посмотрим, что там интересно. Ну, там какая-то школа есть, конечно, но я проходить ее не буду. Просто посмотрим. А, блин. Блин, оно, ну, тут красивое место, я вам хочу сказать. И почему тут никакие миссии не проходят? На этом островке. Тут вполне можно было бы что-нибудь и сделать. Тут дома вон какие неплохие. Так, ну там тупик. Ирс какой-то дальше. Блин. Сколько вмятин сейчас будет. Ну, он еще и таранить меня вздумал. Строительство что-то идет. А, я вспомнил. Тут что-то, тут какой-то предмет еще лежит. Дилдо. Нафиг оно нам нужно, блин. И школа какая тут? Давайте проверим. Лодочная, наверное. Лодочная, скорее всего, потому что тут пирсы. Подъедем ближе, потому что я боюсь, что если я подойду, машина исчезнет. Даже вот так задом пойдем, чтобы она в кадре оставалась. А, да, это школа, это лодок. Капец. Короче, возвращаюсь я сюда через сохранение. И поедем уже в Las Venturas. Как будто ничего не было, как будто мы туда сейчас не ездили. Так, метку на Las Venturas ставим. И едем уже так, как я планировал. Что-то FPS опять проседает сильно. Немного.
Так. Когда мы, кстати, туда ехали, там немножко звук подлагал в одном месте. И мне это уже начинает не нравиться. Если так будет продолжаться, это... О, опять подлагало. Это будет очень-очень плохо. Вообще прям плохо, реально. Блин, опять эти... Вот эти недочеты в ремастере, конечно, не очень-то нравится. Что на дороге какая-то хрень вылезает из текстуры или что-то еще. Такой фигни довольно много в ремастере, к сожалению. Блин. Прикол, прикол, просто прикол вообще. Я случайно его задел, он подставился еще потом под меня. А да блин, я чё слепой что ли? Почему я во всех врезаюсь-то? Или тороплюсь сильно? Опять какая-то фигня на дороге. А вот и Лас Вентурас. Добро пожаловать. Город, в котором очень любят азартные игры. Что-то... Что-то типа Лас-Вегаса, блин. Ну, по сути, это пародия на него как раз. А вот и наше казино. Жалко, тут негде сохранить машину, но да ладно. Кстати, я же выключил музыку, да? Там в казино играет музыка, на которую действует авторское право, поэтому будем играть без нее. Она красивая, но на нее действует авторское право. Ух ты, красота-то какая! В ремастере это выглядит очень даже шикарно. Автоматы можно даже сыграть. Ну-ка, что у нас тут? Видеопокер, не, ну нафиг. У нас нет времени на... У нас нет времени играть, нам деньги очень-очень нужны. Какие тут еще есть игры? Однорукий бандит есть. Ну и тут еще этот навык игрока, или как там прокачивать можно, чтобы получать доступ к некоторым другим играм, вроде Blackjack, к примеру. Так, ну и вроде бы нам сюда. Fender Ketchup. Идиот, ты хоть представляешь, сколько эти автоматы стоили, а? Мы открываемся уже. Это что было? Кто там? Алло? Эй, алло? Да блин! Что такое, а? Что не так? Босс, к вам CJ. О, Карл, очень рад тебя видеть. Ну, так чем ты тут занимаешься? Да просто жесть какая-то. Если хочешь заработать язву желудка, просто открой казино Триад в городе, где все мафии. Эти мафиози давят на тебя? Да, корпорации объединяются, и давление ощущается во мне сильнее от них. А мои игровые автоматы сломались, работники. Ну и кто следит за этим? Ну, в городе есть 3 мафиозных семьи, которые занимаются этим делом. Каждый из них имеет интерес на Калигулу. Как это так называется, казино еще? Ну. И... Ты не... А что они хотят-то? Не знаю.
В дополнение к местным властям, каждый хочет урвать себе кусочек, и я не собираюсь отдавать нашу прибыль. Нашу прибыль? Да, тебе не послышалось. Я хочу, чтобы ты стал совладельцем нашего казино. В обмен на помощь на благо этого бизнеса. Что скажешь, партнер? Договорились. Босс, парни поймали одного из тех уродов, которые пытались сорвать доставку. Поймали? Поизбавься. Эй, стоп. Кто бы за этим ни стоял, мы им покажем, что связались с настоящими психами. Привяжите его к капоту, пусть немного потеет. А я скоро подойду. Посмотрим, сможем ли мы его разговорить. О, узнаю нашего СиДжея. Как они быстро говорят, я не успеваю, блин, зачитать. Эй, что такое? Эй, ты кто такой? Развяжи меня. Знаешь что, давай-ка прокатимся немного. Ты чё задумал такое? Я не шучу, развяжи меня, не то я... Не, пока будешь там. Блин, вот эту миссию я, честно говоря, вот эту миссию мне не нравится. Да у тебя мозг размером с горошину, ты признаешь, кто я? Не, и вот я хочу узнать, кто. Надо убрать метку отсюда, пожалуйста. Так, нельзя... Думаешь, меня это напугает? Короче, где эта пометочка? Куда-нибудь туда поедем. Ни в коем случае нельзя выезжать на шоссе. И там очень много полицейских. Ты подписался смертный приговор, урод. Короче, мы должны страхометром напугать его. И я знаю одно место, где его можно, так сказать, подкрутить. Я только немножко подзабыл, где оно. А, вот оно. И опять со звуком беда. Вот здесь будем прыгать туда-сюда. О, здесь! Не-не-не-не-не, я так не хочу! Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Переворачиваться нам нельзя, так что немного аккуратно надо это делать. Ты что, на сугробе, что ли, всех ходишь, блин? И прыжок. Сейчас еще раз прыгнем. Очень надеюсь, что не перевернется. Ю-ху! Страхометр-то поднимается. Да, что-то звук лагает опять. Немного. Видимо, после... Когда я компьютер запускаю, только перезагружаю. Он не так сильно забит какими-то программами. И тогда меньше лагает. Послушай, может договоримся уже как-нибудь, а? Так, вот. Надо ни в коем случае его не убить, не перевернуться и не врезаться никуда. Иначе он... Иначе ему конец. Нам надо узнать. У него что-нибудь про те три банды, про которые Вузи ему сказал. Которые... Гангстерские семьи, которые имеют какую-то долю владения в казино Калигула. И они хотят урвать кусочек и у нас. Но мы не должны им дать. О, страхометр уже поднимается. Я долго, когда первый раз проходил, вообще долго не мог эту миссию пройти, потому что этот страхометр очень медленно поднимался, а я не знал пока про это место, потом узнал в интернете, что можно подкрутить себе этот... Что можно подкрутить его вот на этих горочках. Моя семья тебя заставит ответить за это все. Какая семья? Семья Синдако, дебил, блин. Именно это я и хотел услышать. Что? Нет. Ну все, поехали назад в казино. Больше нам делать с тобой, блин, нечего.
Вот беда, а? Что такое опять? Что-то, по-моему, сильнее лагать начинает. Лагает, но не так сильно, как тогда, когда я пустыни записывал. Там и катсцены лагали, и все лагало. Так, идем на следующее задание. Блин, как же красиво в этом казино, а. И тут машина какая-то стоит, но сесть в нее нельзя. Может быть, ее как-то можно выиграть, но я не знаю. Explosive situation. Вот это славный звук попадания мяча в лунку. Отличный удар, босс. Неплохо, Вузи. Так. Короче, семья Синдаку стоит за попытками помешать мне вести бизнес. Я удивляюсь. Почему только они? Возможно, не только они. Право улиц не стучать. Все, что нам нужно, это ударить по их казино. И ограбить его. Ограбить казино — это тебе не бандитские разборки, это две совершенно разные вещи. Да, верно. Надо подготовиться как следует. Но я готов. Как так-то? Ну, не повезло. Слушай, в таком случае тебе понадобится команда и специальное оборудование. Надо достать немного взрывчатки, если собираешься грабить казино, они никогда не окажутся лишними. Да, на окраине города на юго-западе есть конвейер с взрывчаткой. Проверю. Да, моя машина, которую я сюда пригоняю, не сохраняется тут, но зато сохраняется... Тут всегда появляются это... Какие-то машины, на которых можно ехать. Так, на улице начинает темнеть, в камере тоже уже начинает свет потухать. Так, едем в этот конвейер, он недалеко совсем. Срежем маршрут, не будем ехать туда. Так, спускаемся в карьер, украсть взрывчатку. А, взрывчатку как раз собираются уничтожать. Ну, там есть что тяжелое. Эх, надеялся, что машина не перевернется. Ну-ка, может, мы тут аккуратно сможем спуститься?
Ну да, почти. Так, взрыв через пару минут. Скорее садимся в эту машину, пока Панама огонь не открыли. Тут у охранников есть пистолеты. Сначала разрушим все эти ящики, а потом будем по одному бегать за ним. Связка одна из четырех. Так, 46 секунд. Это не так много. Но думаю, что успею. Тридцать секунд должно хватить на то, чтобы мне взять последнюю. Да, по-любому. Всему персоналу покинуть карьер. А уже поздно, я убрал всю взрывчатку. О, понаехали. Это ветер пыльный настолько, что все стало таким затемненным. Я имею в виду не только из-за того, что ночь. Так, сейчас будут долбанные прыжки. Вход нам закрыли, но есть секретный способ выбраться отсюда. Так. Блин, больно. Стреляют. А, блин, 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 блин. Только бы вниз не улететь. Все. Выход. Стоп. Где тут выход? А, вон он. А, надо на мотоцикле туда заехать. Специальная доставка для УЗИ. Поаккуратнее с этим, кстати. Так.
Выполним еще задание одно. Кстати, там два выбора есть. Это подготовка к ограблению и просто от казино самого. Выполним еще одно задание, и на сегодня хватит. Следующие задания в следующей серии как раз будут уже от других работодателей. You had your chips. Еще карту. Ты уверен? Да, ведь мне везет, когда на руках 5 карт. Давай еще. Ладно. Я Бас. Что у тебя там? Откуда мне знать? Посмотри сам. Фигово. У тебя 47. Ааа. С тобой что-то мне не везет. Знаешь, когда я играю с другими парнями, я всегда выигрываю. А тут что-то... Босс, взгляните на эти две фишки. Одна из них фальшивка. Это удивительно, ты не тронулся даже до них? Нет, я предположил сам. Сам посмотри на них. Ого! Тут солнечные очки и белая трость у дракона. Наглые твари! Я присужу, чтобы кассиры внимательно проверили фишки. Я догадываюсь, откуда они взяли. У семьи Синдака есть завод по производству пластика на другом конце города. Я его заружу нафиг. Тихо, не спеши, я сам это сделаю. Да, действительно, вот удивительно, как он сам догадался, что одна из них фальшивая, а? Так, едем на то задание, там перестрелка жесткая будет. Но надеюсь, что мы справимся. Блин, опять со звуком что-то не то. В следующий раз буду запускать уже, когда ничего не нагружено в компьютере. Во всяком случае, лагает сейчас не так сильно, как тогда, когда я реально пустыню записывал. Там-то вообще жесть была полная. Сейчас уже не так сильно. Да легко. Возьмем и расстреляем их. И, кстати, вблизи их нету. Ну, бензопила нам тут точно не пригодится. Он вращается, что ли? Зачем он тут вращается, интересно? Где бензобак у этой машины? Отведались силушки скорострельной. Так,
Сейчас будем уничтожать вот здесь все. Так, найдем чуть-чуть подальше. А это кто такой? Кто-нибудь, разберитесь с ним. Ай-яй-яй-яй, больно, 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 больно. Так. Держимся от них немножко подальше. Расстреляем всех сначала, а потом будем уничтожать уже эти конвейеры, фигни, или что это такое. Ай, больно, 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 больно. Так, вон еще башка чья-то торчит. Блин, как оно через полки-то пробивает? Как оно в полки пробивает в эти? Я же вроде стреляю не... Да. Но это косяк ремастера... Это игры самой, а не ремастера уже вроде как. Так, тут еще мафиози есть. Вон, например, сверху. Так, пока не расслабляемся, тут еще будут по-любому. Так, вроде бы всех убили. Показалось ли, кто-то стрелял сейчас по мне? Показалось, наверное. Вот этим быстрее будет. А, кончилось. Блин. А если так? А, нет, нифига, это не быстрее. Надо было купить дробовика в амунации. Я что-то не подумал, что он пригодится, может, еще. О! Откуда он взялся? Я же вроде всех убил. Тут еще появиться могут запросто, так что на всякий случай будем аккуратны. О! Бежит кто-то. Все, отведал силушки скорострельные. Все взорвали. Пора возвращаться. Ой! Понабежали, скотины. Там наверняка на улице сейчас еще будут. Да, я же говорил, вон стоят. Хорошее оружие у них, кстати. С этой стороны вроде никого, и здесь тоже никого. Да перелезай! Так, все, едем обратно в казино. Дело сделано. Думаю, от полиции оторваться мы сможем. Всего лишь одна звезда у нас. Осторожно.
Карл, как все прошло? Скажи Вузе, что у нас больше не будет проблем с фишками. Так, ну все, на сегодня закончим. В следующей серии будем продолжать заниматься делами в Last Ventura. И у нас тут много дел еще будет. Всем спасибо за просмотр. С вас такой эпизод. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спасибо в ВКонтакте. И всем пока.